naughty boy! Dan, stop! Dan, be careful! Dan, please, Dan! Oh, you naughty boy! Dan, you're a naughty boy! You have to listen to me, okay? Okay, Molly. Okay, come. Go play with the girl. Hi. Dan. You're allowed to hide in church. Mom. I adore them. Really. Hi, dear. Тихо, мой хороший. Мой хороший. Мой любимый, тихо. Послушай меня. Нас с тобой ждет большой-большой самолет. И нам нужно к нему быстро добежать, хорошо? Давай на раз, два, три. Кто первый до конца парка? Играем? Давай, раз. Два. Три. Побежали. Дэн? Дэн? I'll call you back. Dan! Please, step aside and wait. Why? What's wrong? You're going to wait a bit, please. Step aside. Wait for what? Mrs. Moore, your child is kidnapped. You're under arrest. Come with us. Okay. Очень страшный человек. Он никак не может оставаться единственным опекуном ребенка. Он бил меня не один раз. Заявила в полицию о побоях? Нет, мне было стыдно. Все равно. Нет доказательств ваших слов. Ни свидетелей агрессии, о котором вы говорите. Ни следов насилия на вашем теле. Все выглядит, как вы пытаетесь врать на вашем бывшего мужа, чтобы лишить его прав на ребенка. Но я же не понимала тогда, что все так серьезно. Судья скорее поверит к фактам, которые может проверить, чем к вашим. Послушайте. Вы мой адвокат. Вы должны меня защищать. Так делайте что-нибудь. Я вам дала список потенциальных свидетелей, которые могут подтвердить насилие со стороны Мура. Никто не подтвердил ваши слова. Как такое может быть? The court hereby declares Арианда Мур banished from Great Britain. You are henceforth forbidden to enter the kingdom. And approach your ex-husband and son under a restraining order. Сколько он вам заплатил? Не понимаю, о чем вы? Thank you.
Значит, так ты все это разрулил? Или сам решил на этом деле бабла срубить? Геннадий, давайте без нервов. Я пока не научился читать чужие мысли. Расскажите подробно, что у вас случилось? Это действительно проблема. Даже если не твоя идея, разруливать в тебе. Денег я больше не дам. А скоро у меня начинается предвыборная кампания. А если хоть что-то просочится в прессу? Позвольте уточнить. Это угроза. А с каких-то пор ты стал таким непонятливым? Объясняю на пальцах. Начну тонуть, утащу тебя с собой. Крок не может быть убийцей Артема. Он всегда ходит только в ортопедической обуви, которую ему шьют специально под заказ. В ней же он был на выпускном. Какая разница, в чем он был на выпускном? В смысле, большая разница? Отпечаток, который я видела в луже крови, элементарно не совпадает с отпечатком его подошвы. Кроме тебя, этот отпечаток еще видел кто-то? Никто не видел. Значит, получается, что это не улика, а так смутное воспоминание, которое к делу не пришьешь. Чего ты вообще ходишь сюда со своими мыслями? Я думал, что ты пришла признаться. В чем тебе признаться? Как к тебе попал телефон Артема? Я говорила тебе уже 100 раз. А, ну, раз сказала, значит, говорить больше не о чем. Значит, не о чем. Сабуляк сказал, что ты к нему приходила. Зачем? По личному вопросу. По какому такому личному? В секцию плавания хотела записаться. Ух. Что за африканские страсти? Баба. Не уверена, что это Крок убил Артема. Ты должен его защитить как адвокат. Я не понимаю, я что-то должен Кроку? Крок меня ненавидит, считает причастным к смерти брата. Ну, в какой-то степени ты причастен. Поэтому и должен. Долг у меня только перед памятью сына. И кому, как не тебе, знать, что такое жить без ребенка. А ты сочувствуешь всем, кроме меня. Это неправда. Например, Сабуляку ты веришь безоговорочно. А может быть, это он убийца, мы не все знаем. Прости, мне надо ответить. Да. Да. Где мы встретимся? Да, сейчас буду. Я не понимаю, чего она лезет все время? Согласись, есть в ее интересе к этому делу что-то загадочное. А что с загадочным? Запала твоя ада на старшего Колесника. Вот и лезет ему помогать. Очень по-бабски. Психолог из тебя, я тебе скажу, конечно. Ты лучше поищи скрытые мотивы, я не знаю. Покопайся в ее прошлом. А то слишком уж легко мы поверили в ее непричастность к этому делу. Не мы, а ты. Чего? Ну, это ж ты проигнорировал предупреждение Кучеренко о том, что у Шагалова есть свое темное прошлое. У тебя насчет нее постоянные качели. То любовь, то ненависть. Какая любовь? Какая ненависть. Кучеренко, между прочим, к твоему сведению говорила, что Шагалова чуть ли не к похищению Сони Галкиной причастна. Это же полный бред, согласись. Так что давай, займись прошлым Шагаловой вплотную. Можно? Конечно, Ярослав Сергеевич. Ждем вас с нетерпением. Присаживайтесь. Это угроза, которую я получал в течение года, но, уверяю вас, они не имеют никакого отношения к убийству моего сына. Давайте я буду решать, что имеет отношение к делу, а что нет. Конечно, вы здесь главный, я просто хотел помочь. Если вы хотели помочь, вы бы давно заявили об этих угрозах. И все
все-таки я выскажу свое мнение. Возня с этими угрозами – это потеря вашего времени. Смотрите, ваш сын шантажировал физрука. Значит, у Сабуляка был мотив. И была возможность, потому что он оставался один на ночь в школе. Более того, физрук оказался вторым человеком, который был рядом с телом вашего сына. Значит, легко мог уничтожить следы преступления. А теперь его отпечатки, следы ДНК на одежде вашего сына, он легко объясняет, потому что он помогал тянуть тело из воды. Понятно. Что случилось? На тебе лица нет. Я не могу рассказать вам подробности, это чужая тайна. Но теперь я точно знаю, кто на самом деле сбил Никиту. И что ты собираешься с этим знанием делать? Если я расскажу правду, то этот человек понесет наказание, а мне бы этого не хотелось. А если я промолчу, то наказание понесет невиновный. Это же Богдан его убил. Откуда вы знаете? Он пытался рассказать мне еще на поминках Артема, а его отец ему помешал. Ты не переживай, у Якимова отличное алиби на момент аварии. Его, скорее всего, скоро отпустят. А что, если Богдан сам пойдет в полицию и обо всем расскажет? Никиту уже не вернешь, но я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Вы можете поговорить с Богданом, чтобы он этого не делал? Как прокомментируете это, Михаил Георгиевич? А что я должен комментировать? Я впервые в жизни вижу эти бумажки. То есть вы утверждаете, что это не ваших рук дело? Конечно, нет. Я не знаю, что вы там придумали, но я никогда ничего подобного не изготавливал. А как же быть с видео с телефона Артема? Ведь это же вы царапаете машину Колесникова. Имел глупость не сдержать эмоции в день похорон брата. Пошел в офис к этому Колесникову и нацарапал на его машине убийца. А этот мелкий гаденыш Артем заснял все это. Но я уже наказан за эту глупость. Потом целый год платил ему. Не понимаю, зачем? Почему вы сразу не отремонтировать машину Колесникову и не закрыть этот вопрос раз и навсегда? Ну, так, наверное, нужно было сделать. Только пацан грозился показать видео директрисе. А если бы Кучеренко узнала, что я испортил машину члену попечительского совета колледжа, она бы меня уволила. И тем не менее, вы все это время продолжали угрожать Колесникову. Да, конечно, нет. И одного раза хватило. Ничего не понимаю. То есть, ну, может быть, так было дело. Вы целый год терпели угрозы Артема. Потом дождались выпускного, решили проучить наконец-то этого мелкого гаденыша. Но не рассчитали сил, взяли и убили его, так что ли? За кого вы меня держите? Я устал повторять, я не убивал этого Артема. Доброе утро, любимая. Какое утро. Не хотел тебя будить. Пожалуйста, завтрак. Почему будильник не звонил? А черт. Телефон разрядился. Принеси мою зарядку. Да, сейчас. Подростка на выпускном в колледже для одаренных детей появился новый подозреваемый. Полиция пока не раскрывает фамилию задержанного, но нашему корреспонденту стало известно, что это один из преподавателей КОДА. Да, похоже, круг таки приплыл. Ну и как теперь отмыть репутацию колледжа? Да.
Сереж, Сереж, тебе надо быстро уйти. Я забыла про одну очень важную встречу. Какую встречу? Быстро, быстро. Ну, ты можешь нормально уйти. Давайте уходи. Ладно, оставайся здесь. Угу. Из комнаты не выходи. Привет. Прости, не видела твои сообщения, телефон разрядился, а я только проснулась. Здравствуйте. Познакомьтесь, психолог нашего колледжа Сергей Зазуля. Он будет сопровождать учеников в этом году в Лондон и пришел за графиком. Да, очень приятно лично познакомиться. А теперь он уходит. Спешу. И очень, очень спешит. Не буду вам мешать. Всего доброго. Я тебя подвезу. Мне сегодня по пути. Не надо, меня мама подвезет. Ты дома? Чувство вины. Мам, ты ни в чем не виновата, мама. Это был несчастный случай. Нет. Нет. Это он виноват. Он разрушил нашу семью. Кто, мам? Кто разрушил? Твой отец. Привет. Здравствуйте. Как ты? Нормально. Я виделась с Соней. Она сказала что-нибудь про меня? Она волнуется за тебя. Переживает, чтобы ты не наделал глупостей. Не зря переживает. Я же только на глупости и способен. Перестань. Вместо того, чтобы сидеть здесь и жалеть себя, бедненького, давай вместе подумаем, как сейчас помочь твоему тренеру. А как мы можем ему помочь? Мы можем
поговорить еще раз со всеми ребятами. Может быть, кто-то видел его в тот момент, когда убили Артема. Может быть, кто-то может подтвердить его алиби. Алиби? Так вообще-то Крок со мной был. То есть? Соню не видел? Галкина? Нет. Чемпион, нам нужно с тобой поговорить. По-мужски. Михаил Георгиевич, давайте в другой раз, просто сейчас не самый подходящий момент. Глупости, момент самый подходящий. У тебя же большое будущее, ты-то талант. А ты совершенно забросил спорт, пропускаешь тренировки, не следишь за режимом, и виной твой дружок Колесников. Я понимаю, можно я подумаю про это в другой раз? Я же говорил, что он подонок. Ты пойдешь со мной. Нужно показать это директрисе. Так а я-то вам зачем? Вы же можете сами показать Вере Кондратьевне. Ты пойдешь со мной. Она должна видеть, что не я один получил такую глупость. То есть Артем еще был жив. Что потом было? Крок отвел меня к директрисе, и мы все время были там, пока не нашли вас с Артемом. Значит, ты и есть алиби тренера. Нужно ехать в полицию и все рассказать. А может, вы сами все расскажете? Просто... Богдан, это твой шанс совершить добрый поступок. А вы можете со мной поехать? Пойдем. Пойдем. Ты голоден? Может, яичницу? Я уже завтракал. Сосредоточься на главном. Кто-то из тех, кто был тогда в Лондоне, продолжает шантажировать Панина этой записью. Думаю, что это Лиза Захарова. Она ищет те деньги, которые они с Артемом уже получили от Панина. Артем их сам куда-то спрятал, вот она и решилась на эту авантюру с шантажом. Похоже, у них в семье серьезные финансовые проблемы. Вот хорошо. Значит, с ней легко будет справиться. Главное, как следует припугнуть. Ну, а если не получится, значит, надо поступить с ней. Как с Настей. В дурку. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Не думаю, что это хорошая затея. Во-первых, Лиза не так проста, как Настя. А во-вторых, если с ней что случится, об этом узнает психолог. Они дружны. Это может стать проблемой? Не знаю. Он и так слишком близко подобрался к нашим секретам. А он ведь совсем не дурак. Мила. То есть ты хочешь сказать, что ты не контролируешь своего любовника? Да ты не волнуйся. Он практически ест из моих рук. Значит, научи его команде место, чтобы он не лез в чужие дела. Конечно. Я все сделаю. Лизу я тоже беру на себя. Точно справишься? Точно. Должен же я хоть чем-то справиться самостоятельно. Обещай мне не говорить ни о чем, кроме Крока. Обещаю. Давай. Что-то случилось, Ярослав Сергеевич? Угрозы, которые я получал, отправлял не физрук. Это был Артем. Чего вы себе? То есть ваш сын регулярно вас шантажировал. А зачем? Я был плохим отцом. Видимо, поэтому сын выбрал такой странный способ регулярно напоминать мне об этом. Вы полистайте.
Уверен, экспертиза покажет, что буквы вырезаны именно из этих журналов. Складно. Но это все равно не снимает подозрений с Сабулика. Артем же ему угрожал тоже. А это мотив. Да. Можно? Я вам должен кое-что рассказать. Конечно. Тем более мы закончили. Что ты здесь делаешь? Я же тебе сказал, пойду с матерью. Чего вы так волнуетесь, Ярослав Сергеевич? Или вы знаете, о чем хочет рассказать Якимов-младший? Нет. Тогда оставьте нас вдвоем. Вы не имеете права допрашивать его без адвоката и без присутствия родителей. Он несовершеннолетний, поэтому я хотел бы присутствовать во время вашей беседы в качестве адвоката Богдана. Богдан, тебе нужен адвокат? Да не нужен мне никакой адвокат. Я просто хотел рассказать, что в момент убийства Артема я был с Кроком. Поэтому он не мог никого убить. Да, видимо, я правда не нужен. Много не болтается, а скоро отпустят. Когда от Артема это видео пришло, то Крок меня к директрисе потащил. Ее в кабинете не было, он сказал, лучше ее тут подождать. Недолго вы ждали? Минут 5-7, мне кажется. Но потом она не одна пришла, с этим англичанином, Муром, кажется. И потом Крок ей показал вот это видео с Адек. Директриса там в шоке была, и, ну, Крок потом отправился искать Тему. То есть Крок отправился на поиски Артема один? Он меня в коридоре догнал. Когда мы подходили к бассейну, то услышали крики нашей англичанки. Крок сказал мне возле дверей подождать, покараулить. Сам зашел внутрь. Во сколько это было? Я не помню, я на часы не смотрел. Ну, где-то через минуту он уже вышел и сказал, ну, начал полицию звонить. Ты видел Богдана, как он там? Ты его привезла? Да. Очень зря. Богдан сейчас, мягко сказать, нестабилен. Можешь все, что угодно говорить следователю. А у Рыжова рука не дрогнет, парню жизнь испортить. Предлагаешь ее Кроку испортить? Ну, кто-то должен расплатиться. Кстати, Якимов-старший предложил мне найти уголовника за деньги, чтобы тот взял на себя вину за аварию и угон. Ты согласился? Пока еще не решил. А кто еще знает об аварии? Синько знает. Он продал Эдику фотографии с дорожных камер. И там отчетливо видно, что за рулем был Богдан, а на пассажирском сиденье Артем. Откуда у Синько эти фотографии? Он работает в центре обработки информации. Как удобно. Можно продавать компромат прямо на рабочем месте. Поехали с ним поговорим? Да. Только поедем на моей, я не готов снова чинить твою. Мне Богдана надо дождаться. Не маленький, доберется сам. Хорошо, что ты вернулся. Я уже собиралась тебе звонить. Да? А мне показалось, ты мне уже замену нашла. Тебе показалось. А чего он тогда здесь сделал? Чего он тут нарисовался? Слушай, ну это просто отель из Крыжополя. Угу. Эндрю Мур всего лишь мой деловой партнер. И приезжал сюда уточнить детали поездки в Лондон. А ты совсем не о том думаешь. А о чем я, по-твоему, должен думать? Да у нас достаточно проблем. Мало того, что Сабулика арестовали, так еще и твоя Лиза. Что, если она продолжит шантаж? Сабуляк арестован. Кого ей шантажировать? Да меня. Лиза шантажирует меня. Это после того случая, когда Настя попалась на наркотиках. Лиза откуда-то узнала, что мы держим Настю в
психушке, хотя никакой болезни у нее нет. Как она об этом узнала? Не знаю. Может, кому-то заплатила в клинике. Сереж, ну тебе надо встретиться с Лизой и предложить ей деньги. В обмен на компромат и обещание прекратить свой шантаж. Ну, что мы за это? Только меня. Только меня не упоминай, а? Ну, сделай вид, что не знаешь, у кого на эти деньги помогают, а? Ну, ты можешь быть таким убедительным. Что мне за это будет? А что ты хочешь? Я подумаю про компенсацию. Смотри. Кажется, это та машина, в которую Соня садилась на записи. Только зеркало уже починили. Похоже же, да? Вот, все сходится. Соня точно знает своего похитителя. Она его не боится, она его жалеет. Может, у нее стокгольмский синдром? Нет, все гораздо проще. У Синько есть доступ к записям дорожных камер. Он может оттуда изъять любое фото. Он так продал фото Богдана Якимова. И что? Это значит, что он первым может обнаружить того, кого все ищут, а потом удалить эту запись. Рыжов запустил поиск Сони через дорожные камеры. Синько увидел, как она сбежала от журналистки и перехватил ее. Он идеальный кандидат на роль похитителя. Пойдем к нему. Пойдем, пойдем. Маловато доказательств. Папа, можно с тобой поговорить? Конечно. Но я сейчас немного занят. Сегодня у нас на ужин будет мясо по-французски. Если хочешь мне помочь, потри, пожалуйста, сыр. Пап, я хочу поговорить о маме. А что с ней? Она плакала в кладовке и не хотела выходить. Ты же сам видишь, что у нее депрессия. Конечно, у нее депрессия. А я весь в шоколаде. Ну и как, по-твоему, я могу ей помочь? Мне кажется, ей нужна смена обстановки. Ей нужно куда-то уехать. Здесь все напоминает ей о Никите. Я могу поехать вместе с ней. Почему ты нас не отпускаешь? Это тебя мать подослала. Что, хотите бросить меня? Так вот, никаких денег от меня вы не получите. Да не нужны нам твои деньги. Тем более деньги этого вора Якимова. Отдай их лучше Синько. Если он решился на мое похищение, значит, Насте они и правда действительно очень нужны. А ту красную сумку, которую ты взял с башни, ее нужно отдать родителям Артема, потому что это его деньги. Так значит, это Синько тебя похитил? Ты ему сочувствуешь больше, чем родному отцу. Да лучше бы эта машина тебя сбила, чем моего мальчика. Что ты несешь? Что ты несешь? Пойдем, доченька. Я не то хотел сказать. Ну, прости. Здравствуйте. Не скажете, чей там серебристый немец? Мы его случайно помяли при парковке. Мой немец, а что, сильно помяли? Ой, Родион Никитич, здравствуйте. А мы как раз к вам. Пойдемте, поговорим. Посмотрим, что с вашей машиной. Это что, шутка такая? Да, это шутка. А то, что вы похитили Соню Галкину и вымогали деньги у ее родителей, не шутка. Никаких денег я не получил. Галкин меня обманул, подсунул резаную бумагу. И вообще, я все это затеял, чтобы помочь дочке. А с этой Соней ничего не случилось. А с вашей дочкой что случилось? Где Настя? А вам какое дело? Вы вообще кто? Если вы заявились сюда, чтобы меня шантажировать, то должен вас огорчить. Мне вам предложить нечего. Ну почему нечего?
У меня, например, есть идея. Держи, моя хорошая. Светочка, ну ты же понимаешь, что папа совсем не это имел в виду. Он просто ляпнул, не подумав. У папы сейчас очень сложный период. Он, конечно, не прав, но ты должна его понять. Сейчас я тебе пустырничка накапаю. Нет, нет, мне, мама, не надо. Не надо? Хорошо. Тогда поспи, а я тебя перед ужином разбужу. Ничего, мама. Я с ним решу все сама. Он меня больше ни слова не скажет. Ярослав Сергеевич, я так и не понял, о каком старом деле вы говорили по телефону? Об аварии, в которой погиб Никита Галкин. Вы сказали, что у вас появился новый свидетель по этому делу. Я хотел бы избежать шумихи, поэтому надеюсь, что все сказанное останется между нами. Но прежде чем давать какие-либо обещания, я должен понимать, о чем идет речь. В момент аварии за рулем автомобиля был мой несовершеннолетний сын Артем Колесников. Рядом с ним на пассажирском сиденье был его друг Богдан Якимов. Это может подтвердить свидетель Родион Никитич Синько. Он увидел фотографию автомобиля, ехавшего с превышением скорости в системе камер дорожного наблюдения, изъял эту фотографию, поскольку знал обоих мальчиков, они учились в одном классе с его дочерью. Я все верно говорю, Родион Никитич? Да, да, все так и было. Я хотел помочь детям. Поэтому считаю, что будет целесообразно отпустить Эдуарда Якимова. У него железное алиби, два живых свидетеля и фотография с места событий. Ладно. Убедили. Мазила. Получается, Ариадна Шагалова купила себе липовый диплом. Вообще-то диплом о высшем образовании у нее тоже есть. Только он не имеет ничего общего с педагогикой. Она закончила ИНИАС, как переводчик-синхронист. Ну, а диплом, который Шагалова предъявила в колледже, конечно, левый. Не ее. Зачем ей вообще этот липовый диплом понадобился? Устроиться на работу в колледж, так она переводчик-синхронист. С такой квалификацией она может работать где угодно. Нескладно. Да. Понял. Алло, Лиза, привет. Я тут подумал и решил, что люди должны помогать друг другу, особенно в тяжелых обстоятельствах. Я готов тебе одолжить нужную сумму денег. Да, только на моих условиях. Давай, приезжай ко мне прямо сейчас, все обсудим. Ага, жду, договорились. Таким образом, нам удалось выяснить, что Шагалова при приеме на работу в колледж использовала фальшивый диплом. И как этот факт поможет нам найти убийцу Колесникова-младшего? Где связь? Олег Владимирович. Не надоело постоянно выглядеть идиотом. Вчера по всем новостям сообщили, что убийца парня найден. А сегодня мы вынуждены его отпустить. Зато Якимов, у которого железное алиби по делу, которое благополучно год назад закрыто, по-прежнему у тебя сидит. Выпустить немедленно. Олег Владимирович, Якимова выпускать нельзя. Он кого-то покрывает. А я тебе скажу, кого он покрывает. Колесникова-младшего. Потому что с него спросу уже быть не может. Зачем покрывать того, с кого спросу быть не может? А потому что он слово дал Ярославу Колесникову, своему другу. А тот жену свою жалеет.
Не хочешь, чтобы бедная женщина узнала всю правду о своем сыне и такую память о нем хранила? Какое благородство. Прям я не понимаю. Какой-то рыцарский орден получается. Что вы понимаете, они вам лапшу на уши вешают. Это вы им верите? Ты меня за дурака тут не принимай. Умник. Значит так, по пунктам. Якимова выпустить. Дело об аварии больше не брать. Ты мне убийцу Колесникова найди, а не аферу с дипломами. И каждый божий день доклад о следственных действиях лично исполнять! Я готов заплатить тебе нужную сумму. Только у меня есть два условия. Без прелюдий, сразу к делу. Да ты прям настоящий мужчина, я зря в тебе сомневалась. Слушай, они молодцы, выбрали хорошего переговорщика. Лиза, уймись и выслушай. Итак, у меня есть два условия. Первое. Ты отдашь мне весь компромат. И второе. Ты перестанешь шантажировать, кого ты там шантажируешь. Ну... Давай подумаем с тобой вместе. Если я отдам компромат, у меня не останется никакой защиты. У тебя и так нет никакой защиты. Или ты надеешься, что если будешь продолжать в таком же духе, то останешься в живых? Почему бы и нет? Ему проще заплатить, ну правда. Он не жадный. Козел, конечно, как все мужчины, но не жадный. Тем более, зачем ему проблемы перед выборами? Ты сказала выборами? Да, никому не нужны проблемы перед выборами. Так ты согласна? Мне надо подумать. Я отвечу тебе завтра. Хорошо, не будем торопиться. Да ну ты посмотри, а! Ты просто не понимаешь. Тарнаев терпеть не может, когда подчиненные ему указывают. Тут дело не в правде, а в принципе. Но в одном ты прав. Мы застряли. Версий нет. Подозреваемых нет. Шагалова есть. Вот ниточка, за которую нужно тянуть. Понял? Ты прости, конечно. Но ты на этой Шагаловой, как бы это сказать, зациклился. Чего подобного. Я чувствую, что за ней что-то нечисто. Да. У вас какие-то новости? Я хочу заявить о преступлении. Прошу. Мой муж, Игорь Галкин, по заказу Эдуарда Якимова установил на ноутбук своего делового партнера Льва Сабуляка фишинговую программу, которая позволила перевести все деньги вкладчиков проекта «Город будущего» на офшорные счета самого Эдуарда Якимова. Не свести денег не будет. Неужели я наконец-то смогу поспать в собственной постели? Поесть нормальную пищу, выкупаться, переодеться, в конце концов. Просто праздник какой-то. С Артемом ты это здорово придумал. Извини. Ой, как хорошо, что вы не уехали. Тем более, что и уезжать-то никуда не надо. В чем дело? Якимова официально освободили. А теперь снова задержали. Но уже по обвинению в мошенничестве с деньгами дольщиков города будущего. На каком основании? Дело давно закрыто. На основании показаний жены второго обвиняемого, Ольги Галкиной. Понимаешь, о чем они говорят?